Эй! Вот он! Я Гнару, старший свиты и преданный слуга тьмы. Дурнотап, в этой пещере находится плодильня. Посмотрите в эти хитрые злобные глазки. Прихвостни готовы начать. Они последуют за вами куда угодно, хозяин, пока вы не отошлете их. А как же обучение искусству зла, хозяин? Когда будете готовы, повелитель, шагните во врата. Я буду... Возможно, мы сумеем найти украденные части башни в этой прекрасной цветущей мерзости. Бурые прихвостни! У этих пушистых созданий совсем нет мозгов. Но забрать их жизненную силу вы все равно можете. Помните, чем больше жизненной силы, тем больше слуг можно призвать сквозь врата. Они умеют только жевать траву, пока их кто-нибудь не убьет. Жалкие безмозглые создания. Это вам! Да, господин! Понеслась! В этих урнах может лежать что-то интересное. Прихвостни обожают ломать всякие вещи. Правда, убивать они любят еще больше. Да, господин, да, господин. Красота! Да. Дорога перекрыта. А, но нас ведь много. Укажите всем своим прихвостням на эту колонну, и вместе они сумеют ее сдвинуть. Вперед! О-о-о! Полурослики отняли у меня... Но свою... Ваши слуги ведь никак не связаны с тыквами, правда? Они кричат! Тыквы кричат! Они напуганы до смерти! Хватайте их! Ловите их! Это все бред! Это мое! Я на позиции! Даже птицы надо мной смеются. Они в сговоре с тыквами, я знаю. Прочь, песклявые, держитесь от меня подальше. Та-та, задайте им жару. Ох, лучше тебе не... Я на позиции. Думаю, я останусь здесь. Ферму восстановлю. Буду выращивать кабачки. Кабачки ведь не разговаривают. Да, все будет хорошо. Свита самостоятельно подбирает все найденные полезные вещи. А иногда и бесполезные. Нет, не пугайтесь. Ваши доспехи и оружие выкованы в башне специально под заказ.
Своему повелителю мы краденой давать не дерзнем. Нет, нет, нет. Да, господин. Видите тучки, что поднимаются над мертвыми полуросликами? Это энергия зла, что живет в каждом злом существе. Со временем вы многое, сердце башни. Должно быть, полурослики при его помощи выращивали тыквы. Дурачье, они и не ведают о закрытой в нем истинной силе. Нужно расколотить тыквы и вернуть башне ее сердце. Конечно же, прихвостни понесут его за вас, повелитель. Темный властелин не должен таскать тяжести. Осторожнее, нежнее! А, свита нашла короткий путь! Лишай, ты чего отлыниваешь? Потрох, я же вижу, притворяешься, держишь его одним когтем. Губан, навались, жалкий ты бурдюк с гноем. А ну, вновь на прежнем месте. Это и я. Увы, я уже не то воплощение зла, каким когда-то был. Я не... Раз, проверка. Эта штука работает? Кажется, не очень. Вы меня слышите, повелитель? О! Существа в округе, мой господин, весьма бесстыдны и наверняка уже размножились, покрыв свои потери. Призовите своих слуг, и мы отправимся в деревню! Кутеж! Полурослики идут к бою! Стойте! Это не полурослики. Посмотрите на того бугая в шлеме. Может, это два полурослика в одних доспехах? Ха, да, спорю, так и есть. Я бы не стал доверять этим мелким пронырам. Ну, может, ты и прав. Эй, если вы не полурослики, освободите наших людей из лагерей, что дальше по дороге. Стойте уже спокойно, а то мне никак не прицелиться. Теперь, когда лорд Кутеж погиб, вся надежда на нас. Если мы их впустим, они нас загонят.